Город Махачкала, 17 февраля 2022 года. Четверг, время 12:40. Сегодня я покажу небольшой отрезок улицы Каркмасова от Яракского до Дахадаева. Температура воздуха плюс 9 градусов по Цельсию. Сегодня почти нет ветра. Вообще для этого времени года сейчас довольно-таки тепло. Thank you.
Снова играла музыка. Надеюсь, камера не уловила этого, а то придется снова убирать звук. Мне пришлось прервать запись, потому что пришло уведомление и камера отключилась. Да, так лучше. Это улица Дахадаева. На этом месте я завершаю свою прогулку.